В Люберцах восстановили движение по улице Кожуховская горка. Все ремонтные работы по поручению губернатора были выполнены за ночь. К 10 утра 27 сентября по двум участкам дорог – съезду с Кожуховской горки на улицу Вертолетчиков и съезду с улицы Лепчанского на Зенинское шоссе – в полном объеме мог передвигаться транспорт. Ранее в интернет-аккаунтах Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщалось, что в городском округе Люберцы застройщик перекрыл сквозной проезд по улице Кожуховская горка к Зенинскому шоссе. Это привело к транспортному коллапсу. В настоящее время блокирующие дорогу работы завершены. Блоки, перекрывающие движение, демонтированы. Асфальтовое покрытие восстановлено. В полном объеме ремонт дороги завершат до конца дня. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.